Сегодня, не выходя из дома, можно оформить заграничный паспорт, сертификат на материнский капитал, автомобильные права, получить информацию о наличии задолженности перед ведомствами или узнать состояние пенсионного счета. Всего более десятка услуг. Их получают через личный кабинет на сайте госуслуг. За 2 года на сайте электронного правительства зарегистрировались более половины жителей Анапы. В многофункциональном центре прогнозируют дальнейший рост числа обращений. Эта услуга очень удобна вообще в использовании, и, соответственно, то есть эта услуга внедрялась как разгрузка не только многофункциональных центров, эта услуга вводилась для того, чтобы облегчить, так сказать, обращение любых граждан Российской Федерации за получением той либо иной услуги. Когда человек обращается дистанционно, он проходит определенный порядок регистрации, и личный кабинет оформляется только в личном присутствии данного гражданина, который обращается именно со своим паспортом и именно со своим СНИЛСом.